Сегодняшняя встреча вызывает у меня особый трепет и особое волнение. Мы имеем счастье встречаться и беседовать с летописцем совершенно потрясающих музыкальных, художественных, литературных событий нашей страны. Это художественный критик, музыкальный критик, личность невероятного масштаба Андрей Андреевич Золотов, который в данный момент является вице-президентом Академии художеств Российской Федерации. Собственно, вот здесь и происходит наша встреча. Спасибо, Ирина Анатольевна. Конечно, для меня приглашение принять в вашей программе участие. Ну и радости, чести и волнения. Андрей Андреевич, вот программ у нас много, больше 80. И среди них величайшие дирижеры. Даниэль Баренбойм, Рикардо Мути, Зубин Мета, Марис Янсенс. Вы знаете, не было ни одной передачи, в которой не всплыло бы имя Евгения Александровича. Я обратил на это внимание. Бравинского. Даниэль Баренбойм уже после съемок говорит: «Я не сказал самого главного». Я говорю: «Даниэль, что?» Говорит: «Ты понимаешь, во всем мире говорят, что было два гениальных дирижера. Это Тосканини и Фортфенглер». Говорит: «А на самом деле было других два. Это Бруно Вальтер и Мравинский». Как долго вы сопровождали его творческую деятельность? И, как я понимаю, он к вам особенно доверительно расположился. Было такое творческое мнение «Кран». И там было две студии игровых фильмов, или художественных, как их называют, и документальных. И я к тому времени был первым комментатором по искусству информационной программы «Время». «Время», да. Да, да. Да. В 73-м году председатель гостелерадио Сергей Георгиевич Лапин создал еще две студии в «Экране», студию фильмов для искусства. Она называлась более скромно, официально студия музыкальных программ, и студию для мультфильмов. И мне предложил, значит, стать главным редактором этой студии. В общем, появился инструмент для работы, и тогда я понял, что Евгений Александрович, ведь кроме отдельных каких-то съемок там на заводе, ничего нет. В 73-м году ему уже было тоже порядочно лет. Я стал его уговаривать сниматься. Это все было очень непросто. Значит, я его уговаривал. Наконец, он сказал: «Ну, ладно». Условие было какое? Чтобы мне не мешали. Я сказал: «Да, конечно». Но он все равно не очень как-то верил в то, что ему не будут мешать. А я начал работу всю подготовительную. Пригласил Георгия Ивановича Рерберга, главным оператором. Рерберг заказал какие-то, значит, фильтры, но мы задумали о том, чтобы с помощью технологии расширить стены Большого зала филармонии. И вдруг Евгений Саш мне звонит и говорит: «Ты знаешь, я себя плохо чувствую, давай все отменим». Это первую съемку? А? Это еще в Москве, еще нет, съемки еще не начались. Мы еще ведем подготовительную работу. И я обмер, конечно, и сказал ему: «Как скажете?» А никому не сказал. Работа продолжалась, я вот взял это, ну, не сказал, ну, думаю, ну, через день скажу, через два скажу. Ну, через короткое время, может быть, день-два, он позвонил и сказал: «Ну, я понимаю, что я поставил тебя в непростое положение». Он умел выбирать слова. Я говорю: «Ну, непростое. Ну, знаешь, мне получше. Но поклянись мне здоровьем Ольги», а Ольга – это моя дочка, пианистка. Но она была совсем маленькая, и он ее очень любил. Вот. И даже говорил: «Ты вот…» А у нее были такие валенки маленькие. Он говорит: «Вот, когда ты мне потом эти валенки подари». И я действительно, они ему висели у него какое-то время, эти валенки. Вот. «Поклянись мне здоровьем Ольги, что если чуть-чуть будет что-то не то, вы соберетесь и уедете». Я сказал: «Клянусь». И четко я понимал, что я это сделаю. Хотя большая команда, и Лапин дал мне 12 камер перед 7 ноября. Это вообще был ужас. Все камеры должны были вернуться, их должны были проверить, как вы понимаете. И я четко знал, что если что-то произойдет, и надо будет, мы уедем. Все. Какие тут будут в Москве скандалы, что у меня за это будет, об этом я уже не думал. Единственное,
хитрость, в кавычках, на которую я пошел, что первый день, когда мы приехали и встали на свои места, как все было, я всем сказал: так, делаем вид, что снимаем, но не снимаем. Чтобы была тишина. Да. Не дай бог что-нибудь скрипнет или лампочка грохнет и так далее. И все стояли у камер, делали вид, что снимают, но не снимали. День первый. Он так смотрит, это всегда будет так тихо? Я говорю, всегда. Проехали. И потом пошло. И потом он расслабился. Расслабился, поверил. В 1973 году было снято 4 фильма. И я тогда понял, что снимать во время живого концерта – это почти невозможно. Только 5-я Чайковского 1973 года и 4-я Брамса 1973, они сняты в живом концерте. Но я понял, что дальше так не получится. И начал я думать о съемках в пустом зале. Надо было его как-то уговорить. И однажды... это другой этап у Павлова, да? И он как-то в разговоре сказал: я спиной зал чувствую, спиной. Вот. Я говорю: ну что вы чувствуете, что там много народу, мало народу? Он говорит: нет, я во-первых, чувствую, сколько там народу, но народу всегда хватает. А вот состояние зала, вообще все, спиной чувствую. И вообще он сказал, не так важно, много ли народу в зале, играть надо для Господа Бога. Я за это ухватился. Я сказал: вот тогда и давайте в пустом зале сниматься, а телевидение это покажет, вы будете играть до Господа Бога, а через телеэкран это увидят люди. И он согласился. Он был глубоко верующий человек. Насколько это влияло вот, на его решение, на его позицию, на его отношения с людьми? Влияло. Я думаю, что это влияло и на все его искусство. Знаете, я думаю, что это было послушание. Он не мог сделать ничего, что противоречило бы каким-то внутренним. Это было послушание. Пожалуйста, проверьте себя. Вперед играть не надо, а просто вовремя. Раз. Три. Можно с вами условиться навеки вот это местечко, да? Навеки, чтобы было. Еще раз, пожалуйста. И раз. Два. Три. Высоту! Можно? На некоторых фотографиях он выглядит как священнослужитель. Скажу вам больше, я этого никогда не говорил, что когда мы
решали, как снимать зал, две идеи было. Подчеркнуть его классичность и его... И такое иконописное. Да. И поэтому вот эти люстры, которые, они должны были звучать как лампады. Я вам скажу одну спорную вещь. Вот почему, как вы думаете, Дмитрий Дмитриевич так ценил исполнение Мравинского? Я снимал 5-ю и 8-ю симфонию с Евгением Александровичем. Он человек дворянского происхождения, человек глубоко религиозный. И мне кажется, что он еще в интерпретацию симфонии Шостаковича принес свою религиозность. Он это молитвенно играл. Шостакович был для него... нечто. Вот сейчас я вам расскажу один эпизод, который никто не знает. 5-я симфония стоит в эфире первый раз. И был какой-то очередной концерт у Евгения Александровича, на который я, естественно, приехал, чтобы, ну, во-первых, на концерт приехал, ну и чтобы вместе с ним посмотреть телевизионную премьеру. И Дмитрий Дмитриевич уже ехал в Москву из этого дома композитора. И он тоже пришел на концерт. Мы сидели рядом. Ну, в какой-то паузе. А он говорит, я видел ваши фильмы с Евгением Александровичем. Очень правдиво. Вот я помню, что это очень правдиво. Я, соответственно, ему говорю, что, может быть, вы останетесь до завтра. Все-таки посмотрим вместе вашу 5-ю. Вот она будет завтра. Нет, я в Москве посмотрю. Хорошо. И вот мы сидим у Евгения Александровича, смотрим по телевизору премьеру этой 5-й, нашу работу. С последней ноты телефонный звонок. И я ему говорю, это Шостакович. Он берет трубку, что-то слушает, и вдруг я вижу у него, как он говорит, слезки потекли. Что ему сказал? Это, конечно, был Шостакович. Я слушал немало 5-х симфоний и других произведений Шостаковича. Например, я помню, как в Москве Караян сыграл 10-ю симфонию Шостаковича. О, это было. Такое у меня было ощущение, что вот как будто автор пишет о неких злых силах. А вот он их взял, вызвал и от их имени сыграл. По-другому все было. Я слушал, не буду называть имя, замечательного дирижера, который однажды сыграл 5-ю симфонию, ну, как камерное сочинение для 100 человек. Вот.
Вы знаете, в основе множества конфликтных ситуаций в искусстве и за его пределами несовпадение масштабов. И люди, может быть, хорошие, и профессионалы высокие, масштабы разные. У Мравинского был грандиозный масштаб. Он мне говорит: для меня каждый выход к пульту – это как дорога на эшафот. Вот, казалось бы, ну чего, какой эшафот? Да? А другой скажет: для него выход к пульту – это всегда радость, понимаете? Я с грустью думаю о том, что до сих пор в целом ряде там книг, разговоров, вот все, значит, упрекают Евгения Александровича, что он не сыграл 13-ю симфонию. Да не мог он ее сыграть. В этот момент у него жена умирала от рака. Симфония с хором. Я помню, как он мне сказал: ну, я оркестр могу научить хорошо играть, но научить петь хор я уже больше не могу. Сделать идеально – это было в этот момент для него нереально. А не идеально – это не он. Мне кажется, Мравинский, с одной стороны, хотел, чтобы было, условно говоря, идеально, но для меня это больше совершенство, чем перфекционизм. Правильно, правильно, правильно. Правильно, вы замечательные сейчас говорите вещи. Да, это не перфекционизм. Это приближение к идеальному внутреннему постижению. А оно в постоянном развитии. Да, оно в развитии. Поэтому, поскольку он играл больше 100 раз, он играл пятую Чайковского. Это всякий раз. Это было не просто заново. Он заново переживал это все. Он играл пятую Чайковского больше 100 раз. Он понимал, что он не мог шестую симфонию сыграть 100 раз. Понимаете, это материал этот не. Ну как это? О чем симфония? О чем? О чем? О конце. Пятая симфония – это был для него разговор. На этом материале он мог говорить с людьми через эти звуки, через эти ноты. В нашем фильме друг Мравинский говорит, что когда он начал работать, им было уже достаточно лет, там 30 с чем-то, да, получается, что ему доверили дирижировать пятой симфонии Чайковского. Да, да, доверили. Представляете, да. Какой это был внутренний ощущение. И самое интересное, то там же он и добавил, что когда я начал ее дирижировать, пот лился, то есть много было лишних движений, и он потом нашел свой стиль в этом. Он мы же всегда видели его спину. Он, помните, он там вспоминает даже, что однажды Штидри пришел на его концерт. И вот, значит, я так дирижировал. И в оркестре очень многие считали, что я позирую. Что это поза, что это не может быть такое, значит, да. И я помню, пришел на концерт пятой симфонии Чайковского Штидри, тогда возглавлявший филармонию, и, как сейчас помню, он стоял вот с правой стороны эстрады, всю симфонию простоял, облокотившийся рояль, внимательно на меня смотрел, и потом после в антракте ко мне подошел и говорит: «Nein, das ist echt». Значит, что это нет, я убедился, что это все настоящее.
Почему он так хорошо говорил на немецком, Мравинский? А он знал немецкий очень хорошо. Потрясающе. Если вы обратили внимание, в моем фильме «Размышления о Мравинском» есть сцены, когда ему вручают почетного члена Венского общества друзей. Когда он не выдерживает и переходит. Он начинает сначала переводчицы немножко дирижировать, а потом вдруг сам переходит на немецкий. И передо мной стоял сделать свой первый концерт в Вене. Und vor mir lag jetzt noch das erste Konzert in Wien, das ich dirigieren musste. Выйти в золотой зал. In den goldenen Saal hinauszugehen. Den alten Meister anzudrücken. Und zum ersten Mal im Sprechen. Das war sehr so, wie ich saß dort, wie ein Hase, zitterte. В нем удивительно, в его, так сказать, изумительно этой организованной форме жила очень высокая страсть. Это вот человек очень страстный человек. Однажды мы замечательно разговаривали, и что-то, ну, так, хороший был разговор, он что-то разволновался, и он снял с своей руки часы. Кстати, вот у меня они, я их ношу. Да это часы Мравинского. Да. Это часы Мравинского. И вот... Это Ланжин, хорошие часы, золотые. Да, да. И, значит, швейцарские. И, да, это да, прекрасно. Да. И он сказал, это я тебе не часы, это тебе сердце свое дарю. У меня была такая идея, что нужно как бы соединить людей на сцене и людей в зале. Поэтому я не злоупотреблял крупными планами оркестрата. Он со своим оркестром не разделил. Он сам ничего не говорил. Он говорил одновременно с оркестром. Вот этот историзм в одновременности, да? Это вот одновременное произнесение. Как бывает у любящих людей. Вдруг вот возникает какое-то чувство и состояние какое-то, и вдруг одновременно люди что-то произносят. Бывают редкостные случаи, когда исполнительское искусство становится совершенно вровень с Творцом. И таков был Мравинский, таков был Рихтер. Я думаю, что для всех людей, кто играл в оркестре с Евгением Александровичем, это было счастье. Трудное, непростое, потому что, знаете, когда вы общаетесь с человеком, который от вас ждет больше, чем вы можете, или, во всяком случае, как вам кажется, что вы можете, ну, вы можете, конечно, иногда и напрячься, и сказать, что вы от меня хотите. Он был убежден, что все могут так же, как он. Могут. Он был настоящий русский патриот и настоящий русский художник. И очень историческая личность. Все-таки его отец был генерал. Не было в нем никакой неприязни. Он помнил, что были трудности какие-то в жизни, были бедные годы. И всякого рода издержки в взаимоотношениях власти и искусства, это он тоже помнил. Вот идея была Мравинского. На Россию обижаться нельзя, на народ обижаться нельзя. Это как-то мелко для него было. А на конкретных властных людей какие есть? Искусство как-то вынесло его на ту высоту, с которой уже возможен исторический взгляд на вещи. И великодушие. Да. Более того, он был очень
реалистический человек, при всем при этом. Ну, например, вот сейчас наши большие оркестры получают там президентский грант, да, и крупные художественные организации, и слава богу. Я думаю, что они в каком-то смысле обязаны этим Мравинскому. Он понимал, что надо поднимать уровень симфонической культуры, что он может опуститься. Он понимал, что надо артистам особых отдельных оркестров платить как-то побольше. И он написал письмо Сталину и передал его через Николая Константиновича Черкасова, с которым он был дружен. В этом письме он говорил о том, что как минимум 5 оркестров надо выделить. Оркестр Ленинградской филармонии «Заслуженный коллектив», Госоркестр СССР, Оркестр Большого театра, Оркестр Мариинского театра и ВСО. Все. И это письмо возымело действие. Именно эти 5 оркестров получили особую категорию по плате. Ну, может быть, не всякий бы решился это все делать. Он ни с кем не заигрывал. Вот эта легенда, которая пошла о том, что якобы Романов сказал ему, что же это от вас уезжают музыканты, и вроде бы Евгений Александрович ответил, что это они не от меня уезжают, это они от вас уезжают. Это легенда. Я спрашивал Евгения Александровича, был такой разговор? Он сказал, такого разговора не было. Похожие были. Вот. Вы знаете, был случай просто из моей личной жизни, когда на какой-то момент мой отец стал невыездным. И так, знаете, так вот, как всегда, грубо, за сутки, да. Вот все, мол, да. Не поедете. Да. И тогда первый виолончелист, причем, как вы знаете, группа виолончельная считалась одна из лучших в мире. Да, да, все да, все да, газеты отмечали. Это была чудесная группа, да. И, как я знаю, Мравинского вызвали в обком партии. Посоветовали ему снять с должности первого концертмейстера моего отца, поскольку вот он не может выезжать за границу. Да. На что Мравинский ответил, что этот человек соответствует своему положению. Есть, да. Я ведь знал вашего отца. Ваш отец, Анатолий Павлович Никитин, выдающийся виолончелист, первый виолончель в оркестре Мравинского. И вот ваше присутствие здесь – это мысленное присутствие здесь и Анатолия Павловича, и музыкантов оркестра Мравинского, и самого Евгения Александровича. Такие клише, вот Мравинский диктатор. Или говорят, например, ой, у него был очень узкий репертуар, очень небольшой, хотя на самом деле у него огромный был репертуар. И Хиндемит, и Бартек, и Бриттен, там было все абсолютно. А какой у него болероровый, или я как-то своим студентам в Щепкинском училище дал несколько болеро в разных исполнениях, хороших дирижеров, там и Азава, еще кто-то. У Евгения Александровича болеро было такое трагическое, такое жутковатое. В нем артистизм был невероятный. Он мог перевоплотиться и представить себе, мог войти в образ. Да? Вот я, как он про Шуберта, он там мне говорит, ну, Шуберт, что про него сказать? Ноты записывал на манжетах. Все. Первый, второй. Раз, два. Никакого ритма, никакого нет. Что были?
два раза приглашал меня Евгений Александрович в поездки с оркестром. Это незабываемое событие. И вот я помню концерт в Вене, Музикфераль. Перед ним играла Венская филармония. Потом он, а потом играла Винер Симфоник. Играли. А были очень хорошие дирижеры. Аплодисменты длились примерно одинаково. Где-то 10 минут, у Мравинского, скажем, 15. Но потрясение у публики было только после Мравинского. Знаете, мы можем в концертном зале или в театре, в драматическом или в оперном, мы можем наслаждаться, можем ценить мастерство, много чего можем. Вот. Но вот чтобы в нашей жизни что-то произошло, это бывает редко. Мравинский – это явление русской жизни, не только явление культуры. Если человек искусства еще становится явлением русской жизни, вот это то редкостное, что и происходит. При этом, конечно, Мравинский был петербуржец до мозга костей. То есть он был европейский человек. Пожалуйста, еще разочек. Духовая группа. Три такта перед А. Можно попросить тоже с вами, с виолончелем. Три такта, пожалуйста. Раз пустое. Те же голоса. Раз. Вы обратили внимание, что Мравинский на репетициях, он говорил так, раз пустое, вот это вот раз пустое. А что значит раз пустое? Я вот над этим долго думал, сейчас своим студентам в Щепкинском училище вот тоже говорю об этом. Можно из-за кулис выйти на сцену, просто взял и вышел. Ничего, я в зале сижу и вижу, что ты был где-то, и взял и вышел. Хорошо. Хорошо, что слова не забыл, еще что-нибудь пошел в ту сторону, а не в ту. Ладно. А можно сказать себе перед выходом, так, раз про себя, раз, это самое раз пусто, раз и пошел. Это самое раз, это твое пространство за тобой, какая-то история, раз и пошел. Уже пошел не ты, уже не ты. Вы обратили внимание, что они же у него играют не потом, и они да? А вот как-то некоторые говорят, там как-то непонятно у него, ауфтакт, вообще что-то. Как бы за рукой. Да, да. А вот он им говорил раз, и они уже в другой сфере, в другом немножко пространстве. И даже другое мироощущение. Да. Вот это его слово «действительность», реальность и действительность. И то с большой буквы. Реальность. Реальность. С большой буквы. Вот да, мы сейчас сидим, вот коллеги там нас запечатлевают, понимаете, да? Реальность – реальность. А то, о чем мы говорим, и мысленно куда переносимся, и то, что в разговоре нашем, даст Бог, возникает, это действительность. Это действительность – это больше, чем реальность. Вот он выходил из реальности в действительность. Thank you.
вот что я хочу вам еще сказать. Ведь есть фильмы о дирижерах, и хорошие. Караян сделал целый ряд фильмов. Есть видеозаписи и так далее, и хорошие. И здесь была попытка, ведь это абсолютно документальные фильмы. Там нет ни одного момента, когда вы сказали так, извините, у нас батарея села, остановимся. Да? Вы не можете повторить, ну, то, что нормально для кино и телевидения. Здесь этого не было ни разу. Знаете, это Генрих Густавович Нейгаус говорил часто, что искусством можно заниматься по горизонтали и по вертикали. Да? По горизонтали, расширяя свои репертуар, то-то-то-то, а по вертикали, значит, проникая. И вот где-то в этом точке пересечения горизонтали и вертикали что-то происходит. Золотое сечение. Да. Мравинский документален абсолютно. Оркестранты, музыканты, все. Но видение наше, нашей группы, а документ абсолютный. Там нет ни одной подделки. Давайте маленький сделаем антракт, только маленький. 5-минутный антракт, 10-минутный антракт и запишем документ. Андрей Андреевич, с огромной благодарностью, с величайшим поклоном. Спасибо. За все ваши творения, за всю вашу летопись. Не случайно вас называют Стасовым нашего времени. Но это однажды Аникушин так сказал, да. Нашего безвремени, он сказал. Я вам спасибо за вашу программу, потому что люди искусства, тем более уже, так сказать, окрыленные именем и творчеством своим, иногда, когда они сами начинают о себе рассказывать, это бывает не так интересно. А вот когда они рассказывают человеку, который вдруг к ним проявил настоящий интерес, они открываются по-настоящему. В этом большая сила вашей передачи. Вы их нам достаете настоящими, понимаете? Спасибо вам. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Спасибо.